Накануне вечером внимание наряда ДПС привлек водитель двухколесного транспортного средства без номеров, который ехал по улице Муравленко со стороны Ленина. Полицейские попытались остановить молодого человека, но тот, рванув на красный, решил скрыться. Уехать далеко мотоциклист не смог. В районе стелы первопроходцем он потерял управление и упал. Водитель не пострадал, но на него заведено административное дело сразу по нескольким статьям. Управление мотоциклом без шлема, без прав, без страховки, проезд на красный и неподчинение требованию остановиться. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пассажирка 1980 года рождения. С места происшествия она была доставлена в центральную городскую больницу. Диагноз – закрытый перелом правого плеча. Назначено амбулаторное лечение. А также на водителя 1989 года рождения, управлявшего мотоциклом, составлены административные материалы. Хотелось бы обратиться к нашим мотоциклистам. Беречь свою жизнь и жизнь других, пожалуйста. Не ездите без шлемов, не ездите без защитной экипировки. Желательно все-таки научиться сначала ездить, а потом уже выезжать на дорогу. Потому что от этого зависит не только жизнь ваша, но и жизнь других наших граждан.